Всем добрый вечер. Ну что, вроде бы подошло время заката, но боюсь, что закат у нас сегодня особо не удастся. Посмотрите, в стороне Сочи вообще там непрерывно льет над морем, просто в прямом смысле этого слова. Можно сказать, даже маленький-маленький туманчик. Но это не туманчик, это вот просто стучек, льется водичка. А вот в стороне Турции есть небольшой просвет. Солнце там прячется от нас за облаками. Вот вроде бы как бы подает надежду. Сейчас, прямо сейчас, вот всю минуту идет дождик. Я не знаю, видно вам на море или нет, прям капельки капают. И так все идет. И такая дребедень целый день, как говорится. Нет, олени и тюлени не звонят, но вот так-то вот мрачно и моросящая погода. Некоторые девушки, вон, видите, тем не менее, даже под дождем фотографируются. Вот одна девушка молодая, юная, красивая, с телефончиком стоит там, делает фоточки в Инстаграм, там я не знаю куда сейчас молодежь ходит, там ТикТоки и так далее. И всякие, как вы называете это, телеги. Я вот допустил непоправимую ошибку, не взял с собой зонтик, и сейчас прячу камеру под капюшоном. Прям не перед самым носом. Надеюсь, вы меня хорошо слышите. Вот бы картинка давать хорошая. Вот, вот такой вот сегодня у нас закатик. Всякие утки плавают, нырки или как их называют, я не знаю, если честно. В море. Как бы вот так. В стороне Туапсе тоже достаточно пасмурно. Людей практически, как видите, никого нету. Там в районе причала кто-то, и вот девушка. И все как бы. Как бы вот такой вот у нас закат. С улицы Ковараж текут ручьи. Как вы знаете, ливневки у нас уже давно нету. В нормальном понимании этого слова. И вот теперь все это стекает с улицы прямо сюда на пляж. Ну, судя по всему, активно. Активно, значит, не исключено, что сейчас в горах где-нибудь там хорошо льет. Потихонечку усиливается. Ручеек. Течет ручей, бежит ручей. Я ничья, это ничей. Кадышева, как сейчас помню. В свое время были популярны эти песни. Как бы вот так. Судя по всему, со стороны Сочи на нас надвигается хороший такой дождик. И надолго. Как бы вот так. Ну, пускай юные леди фотографируются, не будем ей мешать. Потопаю я домой. Вот такой вот несколько грустный у нас сегодня закатик. Как, в принципе, и последние два дня. Ну, что делать-то? У природы-то плохой погоды нет. Вот даже такая хорошая. Очень распрекрасная. Ну, хотелось бы уже солнышко. Смотрите, гор отсюда вот даже не видно. Я не знаю, как там объектив еще не замочил или нет. Но гор не видно, все льет. Вот такая вот у нас бывает зима. Просто льет, как говорится. В то же время цветет мышмала. Вот. Вкусно пахнет. А значит, мух я не потерял. Народная примета. Вот она. На улице Ковараж прям на тротуаре стоят лужи. Всего 2-3 года прошло, как сделали ливни. Вот тут брусчатку положили. Ну, видите, уклон есть, но недостаточно. Все-таки стоит вода в отдельных местах. Как бы вот так. Ну что, друзья, на этом все. Наверное, говорим до свидания. Сегодня опять закат у нас получился такой достаточно грустный. Ну какой есть, извиняйте. Не, я, конечно, могу лампочку включить, чтобы красивее горело. Как бы так, шучу, конечно. Пойду домой упаковывать магнитики. И заодно вот сниму маленький ролик, наверное, для другого канала, покажу вам, что я там делал. Точнее, не я делал, какие у нас новые магнитики. Чуть-чуть другого качества, другого материала. Надеюсь, вам понравится. Все, всем пока и до новых встреч. Побежал. Сохнуть.